Один из них – мультфильм «Булэнд», создан в рамках проекта «Послескази» и основан на мини-комиксе анапского писателя Сергея Левина и художника Ильи Копанева. Когда мы создавали сборник «Послескази», это сборник, ориентированный на взрослую аудиторию, пробовали создавать тексты в самых разных жанрах. И, например, один из них – это жанр комикса. Вместе с моим братом-художником Ильей Копаневым, с которым мы уже оформили несколько книг, мы решили сделать для данного сборника коротенький шестистраничный комикс по мотивам сказки про белого бычка. Есть такая докучная русская народная сказка, не имеющая ни начала, ни конца. Мне показалось, что на основе вот этой необычной сказки можно написать триллер. Потом я подумал, что лучше он будет выглядеть визуально, и в результате остановились на комиксе. Вот такой вот комикс получился. Эта книга попала в руки краснодарского художника-аниматора Игоря Горкушенко. И он предложил Сергею снять по мотивам комикса мультфильм. Вот где-то год заняла работа, и вот совсем недавно в Краснодаре был премьерный показ этого двухминутного, очень короткого, ну, собственно, и сам комикс его, 6 страниц анимационного фильма по мотивам моего бэкэнда. Интересно, когда твоя идея начинает обретать неожиданное воплощение. То есть, когда на стихи кто-то пишет песню, когда по мотивам твоего рассказа делают театральную постановку. Недавно был такой опыт. А тут впервые за всю мою такую литературную деятельность на основе моего, даже не скажу текста, на основе моей идеи, да, был поставлен анимационный фильм. Конечно, я очень рад этому. Это здорово. Это означает то, что творчество продолжает развиваться, в том числе и в непредсказуемых направлениях. Полной версии мультфильма пока в свободном доступе нет. Авторы планируют предварительно показать его на различных фестивалях и конкурсных проектах, включая зарубежные.